Спорт – это прежде всего здоровье. Как будущий врач, Екатерина Агапова знает это наверняка. Поэтому тренировки старается не пропускать и зал фитнес-центра посещает регулярно. Мне моя фигура придает уверенности в себе, придает энергии, сил. Мне нравится приходить в спортзал, ощущать эту атмосферу зала, когда все занимаются, все стараются. Для меня спорт – это еще и с точки зрения здоровья очень важно. Я считаю, что регулярные тренировки в режиме средней интенсивности – это очень полезно для здоровья. Поэтому большая часть упражнений Екатерины направлена на общее укрепление мышц всего тела и растяжку. А здесь без фитнес-тренера не обойтись. Он правильно подберет комплекс упражнений, проследит за техникой их выполнения. В этом и заключается основное отличие фитнеса от профессионального спорта. Я против девиза «Победа любой ценой», но тем не менее зачастую именно большой спорт наносит непоправимый вред здоровью. И вот как раз в этом смысле фитнес в выгодную сторону отличается от спорта, потому что в основе и основной целью фитнеса является именно здоровье. Тренер с 30-летним стажем Евгений Войтанник на себе испытал все прелести профессионального спорта. Бокс, легкая атлетика, карате, тайский бокс. Говорит, ничего лучшего для здоровья, чем кроссфит, не найти. Простые упражнения на общефизическую подготовку могут не только сделать идеальной любую фигуру, но и вылечить многие заболевания. Евгений, у меня сидячая работа и проблемы с осанкой, естественно. Есть ли какое-то упражнение, которое можно исправить это? Ну, упражнений для исправления осанки достаточно много. В любом случае стоит учитывать рекомендации медиков. Но я могу показать простое, эффективное и, самое главное, безопасное упражнение с маленькими гантелями. Выпрямить спину, руки вверх, в стороны, свести лопатки. 5-6 повторений и у вас королевская осанка. Сегодня фитнес-тренер отмечает свой профессиональный праздник. Считает заботу о каждом главным в своем деле. При работе с человеком должна быть искренняя, честная забота об этом человеке. Все остальное приложится. Нужно честно и искренне заботиться о его здоровье, о его результатах, и тогда все сложится. Если не лениться выполнять упражнения систематически и под руководством фитнес-тренера, то хорошая фигура, красивая осанка, крепкое здоровье, а главное – хорошее настроение и заряд бодрости вам обеспечены. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».